Андрей Филиппович, у вас враги есть? Да как-нибудь. 9 лет на одном участке. Это уж и очень плохого участкового, только 2 недоброжелателя. Жена да теща. Образцовый сотрудник отдела, как сказали бы сейчас, практически супергерой, попадает в непростую ситуацию. С помощью новейшего препарата преступники похищают у капитана удостоверение и оружие. Это черт знает что. Ученые ищут вещество, чтобы им исцелять страждущих. А какой-то дикарь травит здорового человека. За дело берется капитан Тихонов. Ему поручено разобраться во всей этой истории быстро и очень аккуратно. Детектив по мотивам повести братьев Вайнеров «Лекарство против страха». Смотрите сегодня в 10 вечера на телеканале «Самара ГИС».